Ребят, делайте ставки, от чего я умер на своей базе. А, я разбился, копая комнату для стальной бочки. Б, я умер от голода. В, меня засосало в центрифугу, перемололо на куски и... Всем ДВС, друзья, меня зовут Сергей Лав, вы смотрите канал Unchained LP на YouTube, и сегодня у нас, как всегда, много разных дел, я сам не знаю каких, но тем не менее. Настроить надо, во-первых, мою руку получше, чтобы она копала. Вот у меня она на 12 стояла, я хочу где-то хотя бы 20-ку иметь, я думаю, даже 22-23 потребление, конечно, твою же по голове. И сервер закрылся. Но тем не менее, я скажу, от чего я умер, когда вернемся. А умер, ребят, я ни много ни мало, это что еще за фигня, какая-то фигня у меня. Откуда вообще, вот из какого мода эта вот лабуда? Underground биомс какие-то, блин, кости, фиг знает вообще что, откуда это появляется. Умер я ни много ни мало от крипера, честно, понятия не имею, как и каким образом оказался крипер на моей базе, но когда я пришел такой заниматься своими делами, он как бахнет и, в общем, сказал, что моими делами больше заниматься не надо мне, и сталь будет еще пережигаться какое-то время. И для того, чтобы скрафтить мне, что еще потребуется? Два Energy. Да что же за такое-то, Грег? Я, конечно, понимаю, что это все очень весело. Но, черт возьми, теперь Energy кристалл крафтится раз это в 5 сложнее. Раньше ставишь этот, блин, короче, синенький такой. По кругу такие красненькие. Вот, и все работает. Сейчас же надо какую-то лабуду делать. Теперь редстоун надо смешивать с рубиновой пылью. То есть из изумрудов теперь нельзя сделать абсолютно этот кристалл. А рубины-то у нас есть, нет, килограммы. Так, фух, три есть. По крайней мере, еще один тоже есть. И я подозреваю, что этого не хватит, потому что их нужно две этих, два энерджи кристалла. А тут получается только один из этого рецепта. Это плохо, потому что, блин, эти чертовы изумруды ушли на МФЕ на мое. Точнее, не изумруды, а рубины. На МФЕ там очень-очень много надо. Я сейчас не помню, сколько, если я не ошибаюсь. Да, 4. То есть на каждой по 4 вот этих пыли. Я когда крафтил, я потратил все эти чертовы рубины. По-моему, еще рубиновую пыль раньше можно было центрифужить из редстоуна. Или электролизировать из редстоуна. Так, центрифуга. Так, да, из 10 можно получить в центрифуге один. Ну что ж, буду редстоун центрифужить, если он у нас есть. Конечно же, есть. А что ты не берешься тогда? Повис? Да, подвисает чуть-чуть. И центрифуга здесь тоже появилась не так давно у ребят. Я же упер когда-то. Они ее возместили. Так, и все, что не нужно, я выброшу. Так, и бочки главное не выбросить, потому что я еще не закончил с бочками, потому что я даже не закончил со своим помещением из-за того, что я воткнулся в просто очень быструю разрядку моего супер-мега-костюма. И это на самом деле проблема. Это сейчас стопор всех стопоров. А еще очень важное дело я забыл сделать. Если бы у нас был выключен сохранение опыта, то крипер меня бы оставил совершенно без опыта. Я забыл помыться. Вот здесь вот душик надо такой поставить, чтобы раз, и все, что с игрока стекает, вся грязь, вот в эту бочку как бы стекала, вот в эту решеточку. И, судя по всему, мне здесь придется стоять долго, но и сталь плавится, поверьте мне, не быстро. 3 минуты, по-моему, на один слит, и ко мне надо как минимум 4 их наплавить. Так что я буду здесь с себя все выдавливать, вот в эту решетку, блин. Я вспомнил почему-то о пиле, не помню какую часть, где там надо было циркулярно перо набирать количество крови ребятам. Это омерзительно, до сих пор я вспоминаю это все с омерзением, но тем не менее почему-то вспомнилось. Все, котелок полный, больше не сливаются с меня уровни, хотя нет, смотрите, у меня только что уперлось, ну, слив уровней. Я отошел, думаю, что за нафиг, решил вам поведать о том, что котелок полный, подхожу, а он все уплотняется и уплотняется теперь дальше. Ну, возможно, это связано с тем, что мы все-таки правили конфиги, и жидкость постепенно оседает. Хотя что за бред, оседающая жидкость? Но тем не менее, куда-то сейчас опыт мой уходит. Я не хочу, чтобы мой опыт уходил в никуда, потому что я понятия не имею, бочка полная. Может быть, она вообще, возможно, дрейнилка как бы из меня она высасывает, а в бочку уже не вливается. Так. И что у меня тут со сталью? Отлично. Сталь вроде бы готова, более-менее готова. И посмотрим, если она тут действительно так. Не сталь, конечно же, а титан. Титан, есть 6 титана у меня. Отлично. Как раз хватает. Тут что-то типа соленоидов. Ну, это я на память выставил, ребят. Не прокатило. Сейчас посмотрим, что там на самом деле требуется. А, точно, черт. Я немножко забыл поставить, по-моему, на центрифугу. А, нет, не забыл.
4 есть, и еще надо еще столько же, в принципе. И зато у меня получается Меркурий. Кстати, они его, по-моему, ребята, просто разбанили. В плане разбанили Меркурий. В плане вылили его просто-напросто, а под ним очень хорошо там что-то перегоняется. Шелдонит, по-моему, под Меркурием очень хорошо перешелдонитивается. Кстати, какие-то банки из этого производятся, лампочки, это фигня тотальная. Золото из него хорошо перегоняется. В первую очередь, я помню, что золотом у нас было проблемно. И медь под ним выдает еще целый кусок золота. Это тоже, то есть, когда есть Меркурий, у вас с золотом вообще проблем не бывает. И вот всякий такой никель дает, платину, например. Что тут еще? Лит дает, серебро. Ну, в общем, под Меркурием, видите, 14 страниц, в принципе, каждый рецепт, это просто очень... что? Пенталгин какой-то, в общем-то, там предлагают. Мне не нужен пенталгин, я его не встречал. Мерит так, галена, то есть, видите, очень ценные получается. Из шелдонита 3 платины получается, а не 2. То есть, по-моему, они его реально весь просто куда-то вылили из-за того, что его было очень много, когда они перегоняли Red. Так, Меркурий. Блин, R-то пропустил. Да, нифига нету нигде Меркурия. Хотя они точно центрифужили, причем в очень больших количествах. Растон, но ребята сами виноваты, и я хочу в центрифугу, наверное, сунуть апгрейд. Слишком она долгая. А тем более апгрейд у меня есть еще один. Вот такой вот. И я боюсь, что когда я сейчас его прожму, центрифуга начнет жаловаться, что, мол, нет, не буду я больше крутиться, мне не хватает энергии. Давайте проверим, будет ли она дальше крутить. Потому что я не знаю, сколько она в тик берет. Тут не сказано, кстати, сколько она в тик берет. Сказано, что она только общее количество. И по-моему, центрифуги, хотя нет, бывает, что она вот залипает, как вот этот вот, в таком вот варианте. Ну, в общем, в любом случае, если ей не будет хватать электричества, она застрянет и не будет центрифужить, ну что логично. Хотя, возможно, она будет центрифужить ровно настолько, насколько ей электричества хватает. Вот этого я вам сказать не могу, потому что Грег — это просто всеобъемлющий мод. И, черт возьми, пойми, как тут что... Так, это надо отмассерировать, наверное. Да, потому что мне все-таки нужно пыли и побольше. Рубины еще есть. Я, по-моему, последний... Да, еще один рубин я почему-то один только взял. Мне еще как минимум... Да, так, 2 рубина я сейчас замассерирую. И 2 цикла мне все-таки придется ждать моей супер-мега-центрифуги. У меня на базе есть апгрейдная центрифуга на пару, но она далеко и не работает из-за того, что у нас нету до сих пор нормальной бочки. А бочку я не сделаю, пока я не сделаю себе нормальную руку, чтобы прокопать себе там помещение, потому что я не хочу 3 часа копать. Ну и филлер таскать туда я тоже не хочу. А знаете, что, чем еще ценен центрифуг Redstone? Это то, что из него получается перит. А перит — это то самое, что мне потребуется. Кто очень давно, я не знаю, в какой серии, но я говорил, из перита можно заэлектролизерить вроде бы. Да, можно заэлектролизерить сульфур. Поэтому мне сейчас нужен электролизер и не боксит сюда сувать, а в первую очередь сульфур. Тьфу ты, перит для получения сульфура. А из сульфура у меня получается баночка вот такая вот, которая превратится потом в такую, потом вот в такую, и под содиум персульфидом я буду уже, не помню что, но где-то я буду получать цинк, по-моему, из тина, да, из тина я буду получать цинк таким вот образом. И на самом деле сначала выглядит, что очень-очень мало. Здесь я, потому что за цикл получаю всего 5 перита, из 3 перитов получается всего 2 сульфура. Но когда по банкам считаешь, то на самом деле получается, что сначала из одного перита, точнее из одного сульфура плюс еще чего-то там, получается 2 банки. Потом из тех 2 банок плюс 2 банки с воздухом, получается, то есть, и 4 банки, то есть получается 1 к 4 идет. То есть из одного сульфура в итоге у меня получится 4 персульфутных вот этих вот банки. Так, итого у меня зато есть рубиновая пыль. Так, это я убираю. Теперь, по-моему, вот так оно раскладывается. Дальше вот так. И вот тут тоже, да, отлично. И это, по-моему, надо в компрессор теперь сувать. Или, да, по-моему, в компрессор ведь. Для того, чтобы собрать банк. Ух ты, они теперь идут в провода. Кстати, провода эти вообще просто имбовые. Теперь стали аж на 8 косарей. Грег отдыхает. Так, в компрессор. Раньше для 8 косарей надо было крафтить вот супер-мега проводники, по-моему, безлимитные, которые крафтятся настолько сложно, что к тому моменту тебе уже вообще они нафиг не нужны, когда у тебя появляется возможность их крафтить. Так, и банки. Проблемы с банками. Есть ли у меня еще целые? Целые. С чем они есть? Гелий-3, карбон, содиум. Кстати, содиум мне потребуется. Из него я делал, потому что там персульфид же, содиума или нет ли. По-моему, из содиума банки следующие, которые мне потребуются. Многие гидрогены, его можно сжигать, можно не сжигать, но, блин, нет, надо скрафтить просто целов тогда себе, чтобы, не дай бог, тут, блин, не расходовать что-то ценное, потому что все-таки
Вот он хоть и не очень нужен, этот гидроген, но из воздуха его тоже не возьмешь. Вот из мяса возьмешь, а из воздуха нет. Так, покажи мне, блин, рецепт. А, это, блин, просто пустая банка. Хотя выглядит как пустая банка, но рецепт ее не хотят мне показывать. Но я точно помню, что там, ну, мне нужен тин пластинчатый. Тин пластинчатый. Так, и пластинчатого тина, конечно же, нету. Его надо в плейбендинг сувать. Так, блин, что я закопался? Чем только я не занимаюсь, такое ощущение. Но только и все отсюда улетело, естественно. Только не тем, чем я хотел бы заниматься. Много-много крафтом. Ну, в принципе, я веселыми крафтами занимаюсь. Я раньше их не делал. Да что ты в них выкладываешь, я не понял. Все, получился у меня трансформатор. И я думаю поставить его в сапоги, в штаны, может поставить. Все. Все-таки так, посмотрим, как он вообще с весом, скажем так, будет работать. То есть на максимум, то есть он дает 2 килограмма сейчас весит, дает 100 килоджоулей. Здесь же за 2 килограмма я получаю 20 килоджоулей. То есть в 5 раз он эффективнее. Получается, мне выгоднее, естественно, battery size здесь на максимум выкрутить вот таким вот образом. Я, в принципе, быстро бегаю. Кстати, кто-то говорил, что я слишком быстро бегаю. Я не знаю, почему я слишком быстро бегаю, но это хорошо. И вот теперь у меня не 70 тысяч здесь уже вмещается, не 76, а целых 520. Это в дофига раз больше, мне лень считать. Так, и запластинились ли мои тинки? Черт, тинки. Тин скачать бесплатно, без смс. И банки не производятся, черт. И значит, я рецепт не помню. Либо их поменяли опять эти рецепты. Что ж такое-то? По-моему, из тин эти банки-то производились всегда. Тин или нет. Так. А, по-моему, вот из вот этих штук теперь банки-то строятся. Вау. Что за Universal Fluid Cell? Она теперь называется ни много ни мало. Еще и стекло требует. Ну, логично, ведь прозрачная здесь вот небольшая частичка. И, по ходу дела, мне реально нужно теперь это все взять. Молот, хаммер. По-моему, есть тут хаммер. А, нету хаммера. По-моему, у меня в мешке тогда есть хаммер. И в мешке у меня нет хаммера. А знаете, почему у меня в мешке нет хаммера? Потому что когда мы переезжали из эндер-честов, все, по ходу дела, пропало. И все, что это уже восстановленные. А вот молот я не восстанавливал, потому что я не помню точно, чего у меня не хватает. Я помню, что весь инструмент у меня был. А, точнее, да что же за невезение-то такое? Как же делать эти пластинки? Я же только что видел, что с молотом они крафтятся. А, Forge Hammer нужен. Вот Forge Hammer у меня точно не было. Чего не было, того не. А, слушайте, а может быть здесь есть режим. Вот, Forge Hammer. Ну, есть, здорово. Но долго, блин, будет работать. И я хочу предложить ему последний мой оставшийся апгрейд. Пусть делает все штуки. Блин. Он не умеет с апгрейдами работать. О, стоп, умеет. Только не так, как Грег. Это ж не Грег, это Индастриал. Он. Странно, ну, вынимать хотя бы можно вовремя. Это хорошо, это я думал сейчас навсегда расстанусь с этим апгрейдом, а так я сейчас переметалформерю и уйду с чистой совестью и с банками и со всем. И пните меня больно, если я совершил супер-мега-роковую ошибку, потому что я вдруг нашел не какую-то там непонятную цел, а empty цел, которая производится в плейт-бендинге из двух металлических пластин. А я себе уже нафигарил вот этих вот обрезков каких-то. Может быть, их обжарить хоть можно будет. Я не знаю. Так, и плейт-бендинг, по-моему, из двух он крафтит одну банку. Что-то дорого, такое ощущение. Хотя нет, здесь тоже ведь получается две надо, но здесь еще стекляшка. А, их можно вон оказаться в банке, но это мне такие банки-то не требуются. Каких-то фиговин нарезать, но это тоже не требуется. Вот одна штука получается из двух. То есть, по сути дела, две пластинки здесь идут и стекляшка. Тогда она крафтится. Здесь же у нас получается, да, из двух одна банка. Ну, мы экономим в плейтбендинге стекло, но тратим электричество. По-моему, выгоднее электричество экономить, чем стекло. Стекла-то я сколько угодно наделаю. Так, теперь вопрос, что мне сделать с моей вот этой вот обрезками? Может быть, их можно обжарить? Нет, обжарить их нельзя. Черт, можно их как-то превратить обратно в что-то перевариваемые, в массератор их сунуть, я не знаю. Я не знаю, как закрафтить ту банку, которую я видел. Здесь ее нету. Я не вижу, чтобы подсвечивал мне где-то рецепт. А выкладывать самому мне лень. Ладно, ладно, ладно. Так и быть. Может быть, он вообще даже крафтится не будет. Может, это какой-то чит рецепт. Хотя нет, смотрите, выложился и закончились у меня. Ну и плюс время. Плейтбендинг все-таки время тратит на то, чтобы эти, блин, банки сделать. И они разные.
Это не Universal Fluid Cell, а это Empty Cell. У них отличаются ID-шники, причем, да. Вопрос, будут ли они работать. Universal и... А, перита не хватает. Там надо, по-моему, 3 перита минимум для запуска процесса. И здесь, да, жалуются центрифуга на Unsuffering, мол, Energy это, потому что здесь все плохо, видимо, так. Тут джетпак, не мой ли это джетпак? А фиг знает, уже не важно, у меня есть другое. Здесь тоже ничего, черт. В общем, беда, печалька, это происходит. И вообще, что я хотел? Штаны зарядил. Я хотел запустить электролизер и проверить, что он сделает тут с этой банкой. То есть она станет просто баночкой с спиритом или все плохо станет. Так, а вообще, куда банки деваются? Я не вижу. Зачем вообще нужны банки в этом рецепте, если выходит безбаночный какой-то рецепт? Вообще, там должно получаться... что из спирита-то получается? Я забыл. Блин, здесь и не нужны были эти дурацкие банки. Зачем я вообще решил, что здесь не хватает банок? Потому что они их здесь достаточно. Здесь не хватало просто-напросто самого перита. Их было 2 штуки, а надо было 3 для запуска. Блин, что-то вообще все очень-очень плохо. И тем не менее, у меня должен быть сульфур теперь. Да, сульфурчика я еще немножко себе нагнал. И я думаю, этого мне хватит на первое время. Потому что я хочу... Много чего я хочу. Так, я вставил электричество. Давайте я еще, знаете, что сделаю, пожалуй. Я и вот эту батарейку тоже выкручу себе по максимуму. У меня... Я по-прежнему быстро бегаю. Не знаю, возможно, это баг, глюк с того момента, когда мы перешли на новую версию. Почему? Потому что на мне тогда были магические сапоги с Хейстом 2. И у меня такое ощущение, что как будто я бегаю с Хейстом 2 вот с этим на самом деле. Что ребята говорят, я быстро бегаю, быстрее. И тем более я выкрутил же вот эти вот. Они теперь весят больше. То есть я должен замедляться, но я не замедляюсь. Ну, если так оно и будет, мне, в принципе, такой скорости бега вообще достаточно. Пусть я буду бегать с такой скоростью, я не против. Я, по крайней мере, я не знаю, в чем баг, и, следовательно, если бы я знал, я бы, возможно, это исправил. Ну, чтобы быть совсем уж честным. Так как я не знаю, и даже не, понятия не имею, в какую сторону надо копать, то и, соответственно, и починить я ничего не могу. Вот, а копать здесь я буду вот в эту сторону. О, быстро-быстро ломается, но, правда, я, по-моему, покосарю, а то и больше трачу. И землю я не могу копать быстро, и это отстой полнейший, потому что я думал и землю тоже быстро копать. По-моему, там должен быть еще какой-то апгрейд на лопату, то есть чтобы ваша рука была еще и лопатой. Хотя, черт, кто тут дыр наделал? Блин, я забыл убрать подземный этаж, я оставил его, потому что мне его стало жалко, и портал я там тоже не убрал. Решил, что ну пусть будет, хотя я точно знал, что я буду, скорее всего, ошибаться, где пробел, где shift нажимать, и все равно буду в него ошибочно попадать. И вот, собственно, это и произошло. Черт возьми, надо все-таки его переставить куда-нибудь, чтобы он не мозолил, скажем так. Руки, ноги, и я имел только возможность между вот этими двумя этажами перемещаться, а на нижний, который пока в любом случае использоваться не будет, я не попадал. И еще мне надо факела. Черт, еще один крипер пришел, я понятия не имею, где они спавнятся, что самое интересное. Может быть, он сверху упал, вот это единственное место, откуда он мог прийти. Здесь же как раз-таки не освещено. Вот вы видите, возможно, он заспавнился. Вот здесь есть дыра, в которую я уже падал. Возможно, он вот так вот где-то... Нет, здесь даже упасть-то нельзя. А, вот здесь можно... Вот тут, возможно, падает за мной такой топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ, и вот здесь взрывает. Или здесь он спавнится, черт возьми. Здесь тоже что-то больно дофига, место-то не освещено. Но факелов у меня до сих пор с собой нету, и заодно я хотел еще посмотреть, как дорого мне обойдется шовел апгрейд для моей руки, потому что копать землю со скоростью обычной руки, это очень-очень грустно, скажем так. Так, шовел, вот, мне нужен один соленоид, и всего 3 железа, а соленоид я могу дешево скрафтить, по-моему, могу. Соленоид, соле, как ты там пишешь это. А, да, мне надо всего, черт, блин, вы не поверите, я все вот эти провода выложил у себя на базе, потому что я посчитал, что все ценное, что принес, все мое. А оказалось, что, черт, мне это надо обратно тащить, и что-то я еще, а, факела хотел же посмотреть. Торч. У них, у ребят, было полно торчей, они тут торчали просто по полному, но как-то закончились, видимо, факела, и их надо еще крафтить. По крайней мере, соленоид я скрафтил, у меня ровно 4 было вот этих проводка, и, увы, больше у меня их нету вообще, и скрафтить без серебра их невозможно, а еще железо я не взял. Это не проблема, проблема в том, что провода, факела... Теперь крафтится через очень одно место, и это очень давно на самом деле сделано. Так, я сделаю себе побольше, тоже 20-ку, потому что у меня сколько на кирке? 22, и здесь тоже. В принципе, 22, я думаю, нормальная скорость будет. Тем более, что земля должна, по идее, быстрее измельчаться. Вот, и
Кто не верит, кто вообще в майн не заходил, и я не показывал, то факел крафтится вот таким жутким образом. То есть палка, ну это ладно, шерсть и банка с криозотом. И получается 6 факелов. Можно еще собирать в ассемблер-машине из резины. Почему из резины? Понятия не имею. По-моему, еще можно в билдкрафтовском карпентере собирать их непосредственно. Просто заливайте туда как бы криозот в карпентер, и палки плюс шерсть получается у вас. Так, у меня здесь есть карпентер. Может быть, и здесь есть карпентер. Карпентеры, куча карпентер-блоков, но все что угодно, только не то. Проблема в том, что у нас нет ниток. Не ниток. О, нитки есть. Слушайте, кто-то их откуда-то надыбал. Значит, берем побольше шерсти. Берем криозота. Криозот я тоже видел. Смотрите, баночки в таких стеклянных. Берем теперь стики. Походу дела, я сейчас, не отходя от кассы, затарюсь факелами. Оп. Неплохо, почти стек закрафтил. Давайте на остатки я тоже сделаю и положу себе в сумку. И вот видите, у меня в рюкзаке опять какая-то хренотень. Вот это вот из Underground с биомов. По-моему, опять от того крипера, который рванул. Еще один крипер был. От него осталась вот эта фигня. Если честно, меня это раздражает. Потому что я абсолютно не люблю мусор, который в инвентаре и еще где-то забивает систему, допустим. Вот, а эти кости, я не понятия не имею, куда их можно приладить. Так, давайте здесь как-нибудь получше, блин, поставим. Блин, не получается так, чтобы осветить одним факелом весь туннель. Вообще его пора доделать уже давно. Проложить здесь рельсы и наслаждаться метрошкой. А я все как ленивый, не знаю кто, это сделать забываю и откладываю на потом. Так, и здесь тоже надо осветить. И вообще надо копать комнату, продолжать копать комнату. Но теперь она копается в разы лучше, быстрее, приятней, как вы видите. То есть земля просто разваливается на глазах. И даже если я разрежу свою супер-мега-руку, я смогу, в принципе, зарядить ее очень-очень быстро. Я сообразил, как это делается. Да и вообще с электричеством, в принципе, теперь проблем нету. Но если бы я, конечно, заряжал в Universal Electricity в той штуковине, я бы, конечно, умер бы, пока заряжал эти 500 тысяч энергии. Или 600, сколько? 600, по-моему, у меня убирается. Но в МФЕшке она заряжается очень-очень быстро. Так, и я буду копать. И, ребят, я думаю, что стоит заканчивать уже эту серию, не прыгать с 5 на 10 в ней. Мы, коль тут поделали всяких делов мелких, важных, так и закончим. Я покажу лишь результат. Я бегал к ребятам, потому что у меня разрядилась моя рука, все-таки же она разряжается, как ни странно. Хоть она, ее хватает вот прокопать на большой объем и, в принципе, раз в 500 лет сбегать, ну, не в 500 лет, раз в небольшой промежуток времени сбегать и ее зарядить, в принципе, не напряжно. Тем более, что следующую серию я хочу посвятить метрошке, окончательной метрошки уже, которая будет вести прямо к ним на базу, потому что тот путь, который я пробегаю, он хоть и не очень длинный, но он будет быстрее, если я его буду проезжать. Хотя это, знаете, вопрос. Если вагонетки будут залагивать, то они на серверах есть у вагонеток такое свойство, как подлагивать и ехать с рывками с такими. И в итоге, допустим, быстрый бег, который у меня есть, непонятно откуда, я проснулся супергероем внезапно. Вот, он, возможно, даже быстрее, чем будут ездить вагонетки. Но я все равно хочу метро, потому что там метро, оно должно быть хотя бы декоративно. Бегать-то по рельсам никто не запрещает. Тем более, что там не будет элеваторных рельс. Потому что там стоят элеваторы такие волшебные, ну, полуволшебные, которые мгновенно вас телепортируют. Это будет быстрее, чем просто ехать на элеваторных рельсах. Тем более, что элеваторные рельсы с туннелем у меня уже есть. Так, и надо 7 на 7. Это 2, 3, 4, 4, 5. 5, да, тут ровно 7 я копал. И объясню, почему, пару слов. Она не передо мной. Я сначала, вот видите помещение, я сначала ее разместил прямо перед собой и думал, что да, это правильное решение, мол, бочка прямо перед глазами. Но быстро понял, что это неправильно, потому что лучше, когда бочка будет ко мне боком. Я смогу видеть сразу две грани этой бочки. Соответственно, я сразу смогу подбежать или сюда, или сюда. Вот. А так я только переднюю ставлю, вижу точнее, а чтобы, допустим, под доступ получить к следующей, мне придется обогнуть бочку целиком. Это юзабилити не то, которое мне требуется. И я ее строю 7 на 7, потому что я боюсь, что мне даже на 7 на 7 не хватит, блин, этих блоков. Как видите, у меня они заканчиваются уже очень-очень быстро. Так, раз, два, три. Еще на один столбик мне хватит, но, увы, даже не хватит полностью окантовочку сделать. Мне еще 20 блоков надо на самом деле, 15, если считать, что одну грань я уже доделал, и ничего другого, кроме как из этих, я сделать ее, конечно же, не могу, мне придется еще их делать, а здесь уже, в принципе, можно расставлять мои блоки стеклянные, факел убрать, но на этом, ребята, как я уже сказал, мы будем заканчивать серию. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если почему-то еще не подписаны, хотя я надеюсь, что таких все меньше и меньше.
людей на свете становится с каждым новым подписчиком. Вот. А на этом действительно все. Я надеюсь, что развлекал не только себя, но и вас.